Привет, привет, Егор! Привет, привет! Как у тебя дела? Нормально. А что мы сегодня будем делать с тобой? Буквы алфавит. Буквы алфавит? Да. Посмотрим. Ну давай посмотрим, что здесь. Ух ты! Буква А. Снимаем. Апельсин. Б. Б. Кто там нарисован? Баран. Баран. В. В. Что? Виноград. Виноград. Г. Кто это? Это гусь. Буква Б. Буква Б. Что там нарисован? Дом. Дом. Буква Е. Енот. Енот. Ж. Кто это? Написано З. И. Р. А. Ф. Написано жираф. Это написано З. Я. Ф. З. Что нарисовано? З. Все почитать. Ну, почитай. Тут написано. А вместе зонт. Зонт. Буква И. Что нарисовано? Г. О. А. Игла. 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 И. И краткая. И краткая. Что здесь нарисовано? Йогурт. Йогурт. Буква К. Кто нарисован? Котик. Котик. Прочитаешь? К. Кот. Кот. Он хороший. Он хороший кот. Да? К. Кот. Она мяукает. Мяукает? Котик мяукает. Буква Л. Что здесь нарисовано? Тут написано, я не знаю. Будешь читать? В. А. М. П. А. Лампа. Лампа. Следующая буква М. 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 Ой, что здесь нарисовано? Так вместе? Мёд. Мёд. Это мёд. Молодец. Следующая буква Н. Н. О, ух ты, что здесь нарисовано? Л. О. З. Н. О. Ж. Л. О. З. Нож. Нож. Следующая буква О. О. Ой, что это? Это очки. Это очки. О. Вместе. Очки. Очки. Молодец. Очки. Буква П. О, что нарисовано? Вкусное такое. Это пицца. Нет, это не пицца, но тоже на П. Молодец. Это пирог. А, это пирог. Пирог. Надо вырезать. Надо отрезать кусочек, да? Да, надо отрезать. Хорошо. Все, мы это вырезали кусочек. Да, давай покушаем ням-ням-ням. Вкусный пирог? Да. Отлично. Буква Р. Кто здесь нарисован? Ну, посчитаем. Рыба. Рыба, молодец. Ну, да, я посчитаю, мам. Р. У. Б. О. Рыба. Рыба. Молодец. Следующая буква С. Кто это? Это слон. Это слон, молодец. С. У. О. Л. С.
Слон. Слон. Умничка. Буква Т. Ой, кто там стоит за буквой Т? Это телевизор. Это телевизор, правильно. Т. Е. О. Е. У нас фазан. Это фазан, птичка такая. Это фазан. Фазан. Это фазан. Фазан. Буква Х. Кто там спрятался? Ух ты, кто это? Это медведь. Нет, это хомяк. Это хомяк. Хомячок. Следующая буква Ц. Кто там под буквой Ц спрятался? Это цапля. Это цапля. Молодец, цапля. Ну давай я посчитаю. Ну давай. Цапля. И вместе? Цапля. Молодец. Следующая буква Ч. 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 Кто там нарисовано? Это чайник. Это чайник, молодцы. Да, я посчитаю. Ч. А. Е. Е. Л. Э. И. 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 А вместе? Чайник. Чайник, правильно. Следующая буква Ш. Ой, что здесь нарисовано? Шляпа. Шляпа. Она говорит Ш. Л. Л. П. О. А вместе? Шляпа. Да? Шляпа. 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 Молодец. Следующая буква Щ. Щ. Ух ты, знаешь, что это такое? Да. Что это? Я не знаю. Это щит. Это щит. Щит. И. Ты. Щит. Щит. Молодчина. Твердый знак. Твердый знак. Что это? Это не... Это подъезд. Это подъезд. Подъезд. Буква И. И. Буква И есть в слове волосы. Мягкий знак. Мягкий знак. Мягкий знак есть в слове голубь. Голубь. Следующая буква Э. 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 Ух ты, это эльф. Эльф. Сказочный персонаж. Буква Ю. Юбка. Юбка. И последняя буква. Яблоко. Яблоко, молодчина. Ребятки, подписывайтесь на канал Egor&Co. Растите и учитесь вместе с нами.